Нестор, предложите, как стране зиму пережить, понимаете? Вот это будет самое лучшее, понимаете, что вы можете предложить для страны. По поводу зимы, по поводу зимы. Вы 20 лет в политике или сколько? Какая результативность для страны от вас и от всей команды партии «Регионов», которая сейчас будет я играть лично, в оппозицию? Вы спросите. Перевыборы в оппозицию. Анечка, вы уже по были и оппозиция, и власть. Подождите, и все по кругу. МЧС. Друзья, у нас смотрите мои законодательные инициативы. Сколько осталось? 15 секунд. Савик, должна быть справедливость, демократия и ответственность. Так на что стрелай? Да. И наказанность за безответственность. Я с вами еще согласен. Тоже должна быть, понимаете? Люстрация, которой хорошо. Не было, потому что вы в парламенте полгода тянули, чтобы ее не было. Спасибо большое. Завтра в 9.